режиссер. Новая картина Аня Меликян. Мне кажется, такой шедевр маленький. Там, кстати, очень хорошо, замечательно играет Анна моя. Просто безукоризненно, невероятно. И, так сказать, всегда с пристрастием смотрю. Ни одной дырочки, ни одной щели нет. Все так тонко. Мне понравилась картина 1993. Картина Велединского. И, кстати, если говорить про кино, Аня Меликян – это кино. Черно-белое кино.